Музыкальная площадка Брестского Арбата в этот день стала местом встречи брестских активистов, членов белорусской молодежной организации спасателей пожарных. Повод значимый – 13-летие общественного объединения. А потом праздник здесь развернулся масштабный, с песнями, танцами, конкурсами и тематическими костюмами. Присоединились к мероприятию дружной компании юных спасателей пожарных, волонтеры, учащиеся школ города, а также их старшие товарищи, работники МЧС. Не смогли пройти мимо и жители областного центра, которых тоже заинтересовал молодежный флешмоб. Это заключительный этап акции. Первые два этапа проводились в домовладениях социальной категории граждан, это одинокие, одинокопроживающие. Второй этап проводился в учреждениях образования со школьниками. И заключительный этап акции на улице Советской, где массовое количество людей, много прохожих, много граждан города Бреста, ну и приезжие. Праздничному концерту предшествовало флешмоб-шествие. Ребята, активисты белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, дружным строем прошли по Советской и раздали горожанам брошюры и листовки с правилами пожарной безопасности. В рамках завершающего этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» они в очередной раз напомнили жителям областного центра о том, как избежать опасных ситуаций. Конкурсы службы спасения, предложенные гостям, тоже были посвящены актуальной теме. Те, кому в этот день удалось справиться с викторинами и головоломками, получили памятные призы. Отлично дополнила развлекательную программу и выставка специальной техники и оборудования спасателей. Даже проходя мимо, человек обращает внимание. И вольно-невольно он увидит и услышит, как себя обезопасить. Молодежная организация спасателей пожарных – одно из крупнейших объединений Беларуси. Основная деятельность направлена на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, обучение безопасности жизнедеятельности, а также раскрытие творческих и спортивных способностей молодого поколения. Ряды брестских юных спасателей пожарных пополняются с каждым годом, и причин для этого несколько. С детства тянуло вот это вот. Я хотела вот быть частичкой этого. Ну и так получилось, что судьба свела меня с БМОСП. Мы проводим различные акции, агитируем людей, пропагандируем безопасность. Большое количество знакомых, не только по Беларуси, с каждой области, но и международные отношения. Мы ездим на полевые лагеря, где есть международные дети. Более 14 стран. София Бережная, Евгений Просноль, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.